А что если все мононососи? Опа, мононососи пошли. Мононососи. О, вот это мононососи. Хорошо, мононососи. Мононососи. Просто ману чуваки высосали, и я просто... Мононососи. Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Ксанас, и сегодня у нас новый видос рубрики «А что если?». А что если... все... мононососи! Давайте посмотрим, что из этого выйдет, сколько маны можно высосать у оппонентии. Сегодня у нас особенький пик, ребятки, и будет, надеюсь, интересно, весело и круто. Сейчас объясним задачу своим тиммейтам и, конечно же, начнем душнилить. Итак, раскидал я, конечно же, ребятам, своим союзникам задачи, и сейчас мы посмотрим, что у нас будет происходить с оппонентами. Смысл такой, что сегодня мы играем на мононососах, как я уже и сказал, и самое интересное, что у нас тут будет, это, конечно же, пик. Сам пик у нас будет состоять из исключительно лучших мононососеров. Это, конечно же, Сайленсер, это Леон. Далее, ребята, пропикивают, кто у нас сейчас будет, я буду просто озвучивать. Следующий, Неруб. Смотрите, какие мононососы пошли. Я центр пойду, смело. Мононососеры, ребята, мононососеры. Следующий пик, ребята, что-то там ждут, что ждут? Найс, меня свернуло просто так. Круто, прикольно, весело. Интересно, самое главное. Антимаг! Он антимага забрал. Как он посмел? Но мы сделаем рез сейчас. В любом случае у меня в пике должен быть антимаг. Вообще без вариантов. Потому что это мононососеры. О, какой переходик. Итак, ребята, быстренько накинули мы, конечно же, ре, потому что мононососы без антимага это не мононососы. Никак вообще по-другому не должно быть. Мононососы это строго с антимагом, поэтому мы сделали ре, ребят попросили, чтобы они не брали антимага. И мы, конечно же, имеем такой пик. Антимаг, Котл, Нерубиан Ассасин, Леон и, конечно же, Сайленсер. У нас очень лютый пик на мононососов. И, конечно же, сегодня постараемся сделать красивую, качественную игру. И, ребята, спасибо всем, кто поддержит. Не забывайте подписываться на YouTube канал, не забывайте подписываться на ТГ, потому что в ТГ мы кооперируемся. И, конечно же, ребята заходят, я только написал: пацани, видео будем писать? Они сразу же такие: да, будем, фоллоу. И, короче, ломятся там по 20, по 30 человек. Кто успевает, тот заходит и участвует в таких видосах по рофлу, без всяких поддавков. Пацаны в любом случае хотят заруинить видос, это must have, просто хену заруинить. Заруинить видос и выиграть его, это просто нужная вещь. Поэтому, ребята, если хотите заруинить, но не за меня, за меня не надо руинить. ВС меня, пожалуйста, бахайте, тушите, старайтесь, играйте на фул, и будет интересный контент. Поэтому, ребятки, спасибо всем, кто поддерживает, спасибо всем, кто подписывается от души. Продолжаем видос. Мононососи в нашем распоряжении. А что еще? Мана бёрн мана. Поехали, катка должна быть прям, ну, рофельная, картофельная. Я именно за позитив в этой игре, потому что катка реально должна быть интересной. Сразу подготовимся. Почему я взял роль антимага? Антимаг, конечно же, это один из таких персонажей, на которых, ну, нужно просто must have бахать. Так, Леон, что там станы даешь? Ой-ой-ой. Ну, я мог забрать, ну ладно, ничего страшного. Я очень криво все нажал. Надо было не блинковать, надо было бежать. Хорошо. На мид почему антимаг идет? Потому что я хочу пойти на мид. Антимагом на мид. Почему нет ВС Вокера? Главное, ластхиты. Переластхиты. Переластхиты, и все будет огонь. Инвокер, конечно, в миду может составить конкуренцию, причем серьезно. Но на ранней стадии инвокер это такой герой, который, в принципе... Щекотун, пока не прокачает себе сферы. Пока сферы не прокачает, он щекотун. Тем более, когда у тебя есть пурманс. Потом уже по чуть он начнет прокачиваться и будет уже намного тяжелее. Поэтому, ребят,
Если вы не опытный, не ходите на мид антимагом. Это я вам говорю. Я могу себе позволить на мид пойти. Потому что я Криса. Вот этого добивай. Хорошо. Топорик подошел. Оп, можно вот так вот занаглеть. Занаглеть немножко. Конечно же, максим монобер, но мы потом, если что, чуть-чуть переобуемся. Будем все равно гибридно раскачиваться. Был недавно гайд на антимага, ребятки, и я рассказывал, как более профитно раскачивать нашего персонажа, именно антимага. Как он будет более живуч, более жесткий. Все довольно-таки просто, раскачки очень простые на антимага. Старайтесь гибридно качаться, и все. Все будет огонь. Можно вообще раскачивать героев всех, почти всех так гибридно. Именно 3-3-3-1 это очень хорошие раскачки, потому что у вас есть все. Все, чтобы выигрывать. Первый артефакт, который мы будем делать, это, конечно же, вангуард, антимаг. Старая мета, вангуард. На 85-й карте, тем более, это будет рабочая стратегия. В любом случае. Ты как переагрил, но сам не добивает тоже. Все, он дэмэдж, кстати, по чуть апает уже 30-очка. Уже 30-очка. Оп, хорошо. Возьмем резист в разок. Опа, сунструйки. Сунструйки. Что-то ребята там уже душат кого-то, да? Хорошо. Хорошо. Стараемся денайть, ребята, денайть. Чтобы инвокер себя не очень хорошо чувствовал на этом лайне. Чтобы он не чувствовал себя фулфришным. Хорошо. Перчаточка, хилочек. Эх, не добью, жалко. Стик. Хорошо, вот такие артефакты. Постараемся его перебивать. В любом случае, я его уже переластхитил. Переластхитил, пока что. Переластхичено пока что. Талак артибафает, надо отходить. Очень много будет дэмэджа. Очень много. Вот так вот с ребятами можно здесь подушить. Можно. Опа. Вот и все. Это сайленсер подработал, а я подмонососил. Что качаем далее? Конечно же, блинк. Дистанция блинка плюс колдаун. Нам необходимы. Пока инвокера нету, 8 секунд. Надо попробовать аптавр засуицидить крипиев. Поэтому немножко подпушиваем. 2 секунды у него респаун уже. Хотя бы чуть-чуть, да я успею. Хорошо, сейчас тычки от тавра будут. Давай, давай. Не успеваю немножко. Что он хочет? А я все равно добил. Добил, добил. Окей. Возьмем себе куру соло, чтобы ребяток не дергать. И присылаем себе. Берем сапог и ману. Первое, что мы купим, это ПТ-шку. Потом будем выходить в ВГ-шку. Люблю антимага, ребят. И просто кайфую, когда играю на нем. Один из самых приятных героев для меня в Доте 1, но на стриме я всегда говорю, что для меня приятных героев как таковых нету. Потому что это стрим на стриме. Стрим это стрим, ребята, а видосы это видосы. На стриме всегда есть какой-то конский возбудитель, а на видосах всегда чил, кайф и старание на контент. Я всегда стараюсь сделать для вас лучшее, что могу. Поэтому, ребята, надеюсь, вам нравится. Оп, смотри, как умею. Инвокер злой, злится. Оп, смотри, как умею. Хорошо. За это я люблю антимага. Что он Криса. Криса. Как вы думаете, идейка с мононососом интересная? По-моему, интересная. Мононососы. Сколько маны сегодня высосим у оппонентов? Сколько нервов высосим? Будет интересно. Хорошо. Ластхитим, не пушим. Ух, там, пацаны, жесть, там мана. Просто смотришь, там, неруб ману сосет. О, котл нафидел, ману не дососали. Вот так бывает в жизни. Вроде сосешь ману, а в итоге... Давайте ТП-шку возьмем. ТП-шку. Надо его инвокера заставить алакрити слить, вот оно. Хорошо. Хорошо. Слить алакрити. Давайте лак поставим ему. Санстрайк или что он дал? Ага. Хорошо, можно еще раз сейчас прыгнуть. Их не добил, жалко. Наглеем по чуть на инвокера.
Кстати, да, Делей такой неприятный герой, как будто вата какая-то. Немножко тоже напрягает. Немножко напрягает. Это левел инвокера у меня. По крипингу антимаг очень хорошо вывозит, как видите, ну. Инвокер в миду стоит, да? А я вывожу крипинг. 40 крипов на 6, это хорошо. Плюс 15 за денайн. Денайд. Хорошо, отлично. Ребята, не забывайте ставить лайки на рубрику «А что если?», да и на сами видосы, потому что, ну, хотелось бы, чтобы в среднем набирало по 1000 лайков, потому что аудитория растет в любом случае. Я так смотрю, просмотры там 15, 20, 30 тысяч набирается, но лайков не особо много ставят. Поэтому, ребят, не забывайте поставить лайк, я буду очень благодарен, если будете поддерживать. Хотя бы, да, лайком это уже приятно. Подписка это одно, лайк это другое, конечно же. Лайк это тоже приятно. Почему нет? Давайте хилочек накинем. Поднимем себе здоровечко. Там пацаны убивают кого-то по КД. Инвокер стоит просто. Я не подпушиваю. Он, наверное, санстрайки смотрит. Санстрайки смотрит. Санстрайки, наверное, инвокер смотрит. Душим. Я вообще фулл фри, но когда вот такой фулл фри антимагу дают, это, как правило, ГГ. Не знаю, инвокер. Оппозицию никакую не хочет давать. Там кто-то ТП дал? По-любому будут душить. Серый ЦМ-ка. И это ЦМ-ка. Не надо мне алакрити и лицо бить. Серьезно, блин. Ну, когда ЦМ-ка здесь в кустиках стоит, и я это знаю, но я бычить, естественно, не буду. Смотри, какая. Хитрый бобр. Не надо меня морозить. Так, блинки я не буду докачивать. Я возьму вот это, возьму. Берн. Берн, нужная вещь, нужно активизироваться. Блинк к 9 левелу подкачаем. Он сейчас, в принципе, дистанция, КДшка, все более чем оптимально. Оптимально. Ребята дерутся, да? Эй, анстап убыл. Дай вот это вот так вот сделаю, да? Потому что я твой кор. Я твой керри. Сало, кстати, кор. Антимаг керри, между прочим, кто не знал. В чем разница кора и керри, спросите вы? В том, что один является персонажем с ранним пиком формы, да? Который может вести свою команду. А второй является фермером, которому нужно немножечко слотов. Конкретно в данной ситуации антимаг это керри. Сайленсер это кор. Понимаете? Надеюсь, понимаете. Жесть, я вообще фулл фри стою. А будет тут какой-нибудь комбэцк там, может, от оппонентов? Или тут будет просто разнос 90-минутный? Берем ВГшку и начинаем активничать по стандарту. Что там, 61 крипи есть. 61 крипи. 61 крипи. Вот, хорошо. А у меня, в принципе, ВГ уже. Я сейчас быстренько в магазик скаканем. ВГ-шечку соберем. Пойдет. Сайленсер мансит. Бегает по кругу. Вот это вот санстрайка. Лево-право, лево-право. Ой-ой-ой. А в итоге другой умер. В итоге Леон пострадал там. Это что такое? Вообще, что это? Зачем это? Почему? Так, ну 65 крипов на 10 я сделал. Хорошо. Так, ВГшка имеется. Можно на инвокера прыгать и ничего не бояться. Можно прыгать. Сикер, сикер. Хорошо, ВГ имеется. Вообще крипы ничего не делают. Можно спокойно фармить. Что некстом? Конечно же, некстом соберем себе молнию. Я через молнию играю на антимаге. И душим. Чё по раскачкам? Сейчас посмотрим. Сейчас, скорее всего, возьмем защиту от магии. Чё у нас там вообще по магии? Магии не сильно много, ЦМ-ка только, да? ЦМ-ка. Хорошо. Да, вот так пойдет. Отличная раскачка сейчас. У меня резист сейчас 50 с лишним процентов.
Резист 50%. Ну, 45. 48 плюс-минус. Ну, что они там душат? Но надо тоже принимать участие. Внизу столько крипиев. Такой кайф. Го вниз, ТП. Не могу, блин. На антимаге так люблю фармить. Ну, вообще, вейв ничего не нанесла. 100% у Магнуса она раскачана. 7-й левел. Ну да, мне там нанесло вообще копеечку. На топе суета, я здесь кайфую на низу. 11-й левел. Ребята всю карту выигрывают там. Не хочу, чтобы это была катка просто фарма, поэтому нужно принимать участие. О, Сало нафидел таки, найс. Найс, Магнус тоже ушел. Меня туда не хватает, да, пацаны? Меня туда не хватает. Но пока подрабатываем антикрипом. Тут два дерева всегда вырубаю, чтобы можно было подойти поближе к тавору. Пойдем на руну пройдемся, посмотрим, что там. Инвиз, нормально. Магнуса душат, душат, душат. Го на топ сейчас. На топчик. Леончик там душит. Но я не могу не пройти вот здесь вот так вот, просто так. Когда играешь на антимагии, пройти мимо крипов вообще не вариант. Хочется заденаить, хочется заласхитить. Хорошо. Гоу. Уф, там ЦМК сколько маны. Сало же резнулся, но он сейчас затушит. Я тут не нужен даже. Инвиз, брат. Мощный антимаг пришел с вангуардом. Такой антимаг всегда наглый. Когда у вас ВГ, вам вообще на все плевать. Что там, зомбик? Зомбики-томбики пошли. Гома насосить. И убегает. Чувак, мана где? Дай, заберу. ЦМ-ка! Вот и не вовремя, да? Я могу сейчас, ну, у меня 700 хп. Блин, я сюда уже нажал, забираю зомбика, по идее. По идее. Забираю зомбика и убиваю. Вот это такое себе. Санстрайк еще будет. Жестко. Вот это, конечно, жестко. Хорошо. Боец бежит. Не надо, дядь, пожалуйста. На хилочек ждем. Оп, хорошо. Можно тут побегать вот так вот, показать, что я умный. Хорошо. Будешь драться со мной? И чё это? У меня антимаг с вангуардом, брат. Вот почему антимаг с вангуардом — это мощь, пацаны. Оп, не надо, пожалуйста. Ладно, пойдем на базу. Пойдет. Хотя, смотри, он остался. А можно хотя бы понюхать? Оп. Хорош. Жалко, зомбика там я не забрал. Нифига мне маны дали. Погнали. Погнали, погнали, пацаны. Сейчас пацаны высосут, я жмыхну. Пацаны, то ши его. Не высосали ничего. Соси ману, соси ману. Чтоб я мог жмыхать просто. Да не у крипа сосать надо. То есть... Размаксить надо было. Это ж самый кайф антимага вообще такой принимать. Надо, пацаны, надо. То есть я на базу не ходил, я в принципе регенюсь. Хорошо. Мага даггер имеет. Так, тачку забираю. У Леончика в двойку мононосос. Самый лучший мононосос — это у Леона. Он вообще там снимает ман на ранней стадии. Там 600 маны. Это кайф.
Ну ничего страшного, это ж саппорт. Зачем саппорту раскачивать прям так жестко? Так, это молния у меня. Так, мне восстановили ману, я зарегенился. Жесть. Вон они ходят, да они камбэкнут. Они камбэкнут в любом случае. Они ж крисы. Маны даешь? О, давай его еще. Тут даже. О, жесть. Вот это мононос, конечно. Так, а чё, кура? Куру надо. Кур оф. Хорошо. Он, пацаны идут, не надо. Я пойду прогуляюсь. Манаберн до максили. Ух, котла душит. Пойду прогуляюсь. Подзадушили. Аганиму сайленсера. Это найсово. Это найсово. Пойдет. Чуть надо фармануть еще. Блин, на самом деле эти моноберны для антимага это такой спейс. Это такой спейс для антимага. Это вообще жесть. Это жесть. Да, некрономиконы тоже мононососы, но у нас самокатка про мононососов, а не про некрономиконов, потому что некрономиконы уже были. Кто не видел, посмотрите обязательно, ребят, по рубрике «А что если?». У нас есть такие видосы. Хорошо, 122 крипа я наколотил уже. 120 до крипа. Ребята дерутся. О, подеремся тоже. Леончика там казнили. Да хорош, да хорош. Запарил, блин. Зачем заходить, блин, в игру, если лагаешь? Ну реально. Вон у него маны нету. Кайф. Кайф. Стой. Давай я тебя потушу немножко. Подойдешь к кому-нибудь? Я хочу тебя ударить с ультимейтами. Эх. Лагает, что поделать, говорит. Бывает. Чё-то изи получается, да? 7.24 мы их загнобили. При том, что я вообще ничего не делаю. Сайленсер всех убивает. Это жестко. Гофи до нём. Пидануть надо. Зайти, лагает, говорить. Тактический фит называется. Пацаны, лагает, и идешь ломать твое лицо Акрипиев. Сикер-вокер очень сильная комбинация, тем, что лоу хп видно, инвокер спокойно может забирать. Если кто-то забывает, что там бладсикер. Но это также морально действует, надо мансить постоянно, на самом деле. Это жестко. Это жестко. Хорошо. Погнали на базу. Так, он CC давать не умеет. О, фидер. Фидер. Гудбай. Я жмыхну. Я жмыхну, говорит. Самая вот эта вот тема. Самая. Либо зомби. Высасывает. Команда моя высасывает, а я просто прыгаю и душу. Во-во-во, пошло дело. Так, я его пока не буду трогать. ЦМ-ка. Вот так вот. Оп. Вот этого. Сюда подрезали. Дай. Ух ты какой. Давай драться. Будешь драться. Не хочет драться. Пойдет. Пойду от. Зомби, правда, уходить начал. Зомби, не стесняйся. Подходи в толпу. Сейчас 16-й апнем. Ух, как будем с ультимейта душить. Кого-то идем.
Ман туда фармить надо. Блин, ТПшка нужна. На боте, смотрите, сколько крипов. Сейчас на топе надо зафармить. Единственный минус этого антимага — это отсутствие маны. Он очень сильно по мане просаживается, данный персонаж, именно в таком билде. В таком билде очень сильно просаживается. Очень сильно. Блин, внизу не заберу крипи. Да ладно. Главное, на топе фарманул 3 пачки. На топе фарманул 3 пачки. Ух, на миду Магнус цепанул. Кто-то стаки делал. Стаки делал кто-то. Так, вот это вот так. Манта есть. Манта есть. Сайленсер фиданул. В принципе, мы сейчас доминируем. Но ребята по чуть камбэкают. Чуть какой-то отпор дают. Если раньше просто в ноль фидели наши. Ой, наши. И они фидели в ноль. То сейчас хотя бы как-то. Ну, у нас есть лейт. Понимаете, у нас козырь в рукаве — это антимук. Там зомбези высасывают. Сейчас 16-й. Есть. Есть 16-й. Иногда по ПТшке кликаешь, он нахрен не переключается. Ему это не интересно. Надо следить постоянно за переключением ПТ, чтобы хотя бы как-то маны хватало с этими абузами. Погнали на Б сходим. Ману пополним. Котла рядом нету, поэтому немножко тяжеловато. Так, манта есть, еще манососы имеются. Манта есть. Гост-осад. Гост-осад. Нормально я написал. Знаете, что хочу сделать? Хочу Ctrl-V-шку сделать. Насоси. Как там? Как написать? Манососи. Манососи напишем. Вот так вот будем делать. Ctrl-V-шить. Манососи. А что если манососи? Хорошо. Я готов. Вон инвокер с Иву. Ивулечка. Опа, манососи пошли. Манососи. О! Вот это манососи! Хорошо, манососи! Манососи! Просто ману чуваки высосали, и я просто... И все. Манососи. Вот это я понимаю. По пану просто, я не знаю. Манососи. Сосете по КД. Просто в ноль ману там высосали. Ого! Манососи, бро! Ух ты, какой юл. Хорошо, закайтили. Манососи. Нету маны просто у чувака. Ой, жесть. Го фиданем надо сделать. Фидан надо сделать. Рошан забрать бы. Жесть. Конечно, люто. Это люто. Под антимага эта комбинация прям страшная. Если дискорда сюда бахнуть. Нафармим сейчас. Дискорд было бы круто, прикиньте, сколько дамаги можно внести. Самое смешное, что антимаг не любит магию. Но ультимейт наносит магический урон. I hate magic. 6. I hate magic. Вот что-то антимаг. Так, фидят, пацаны, фидят. Ой-ой-ой. Я пойду прогуляюсь, тоже хочу подануть. Манососи. Манососи, нету маны у чувака. 6. О, просто зомби лопается с ультимейта. Ой-ой-ой. Сейчас будет не больно. Кто там душит? Секер. Манососи, бро. Блин, монолик, прикинь, какая комбинация. У него мана заканчивается во время действия монолика, я высасываю, он в стан улетает. Жесть. Давайте сделаем что-то сейчас на ману. Например, что-то типа... Может, даже линку. Чтобы полностью манососи были хорошие у нас. Давайте линку сделаем. Линку. Будет хорошо.
С Монососи будем бегать по всей карте и душить. Нам еще пушить бы как-то надо. Блин, забавно. Я даже не думал, что это настолько весело будет. Сало, фантом с диффузом. Не. Не. Не, норм. Первый кидай. И ок. Монососи. А если ульту кидает, так вообще кайф. Там вон рефреш сейчас будет. Да вы чё, тут такой Монососи будет. Что, ну его нафиг. Самое главное, чтобы это было весело. Ну и самое главное, одно из самых главных моментов. Один из самых главных моментов. Блин, я иногда так криво разговариваю, что мне стыдно за себя. Что я на видео могу так криво разговаривать. Как я вообще подснял? Смотри, Монососи. Оставь, оставь, оставь. Я жмыхну его, дядь. Я бы жмыхнул его. О, Монососи. Опа. Кому мне раптуру дали? Неплохо. Монососи! Блинка, два блинка это пушка. Два блинка. Прям как будто в Доту 2 попал. Видели два блинка? Правда, в Доте 2 нету два блинка. Ну ладно. Жестко. Так, линку я сделал. Хорошо, с маной проблем не будет. Так, 6 секунд. Сейчас будет ультоват инвокер. Ультоват инвокер сейчас будет. Монососи. Жесть, нормально там разнес. Четенько. Я хотел вообще зомбака почему оставляю? У него очень много маны. Я хочу просто так, чтобы они толпой собрались, бахнули. Самый кайф играть на антимаге против шторма. Шторм, как правило, влетает в драку. У него еще когда нету линки, да? Влетает, бегает. Туда-сюда, оп. Пах. Нету. Нету чувака. Вот и весь смысл. Вот и весь смысл. Так, 1200 маны инвокер. Го. Вокера бы высосать. Не убивайте. Я дам ульту. Я дам ульту, не убивайте инвокера. Надо инвокера так высосать, чтобы он вообще шокирован был. Чтобы Шакира, Шакира было вообще вот эта тема. Либо зомбака, любого. Любого. Кил любого. Госасад. Вот это. Оп. Зомбаков подрезать надо. Оп. Сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. О, Монососи пошли. Ух ты! Ух ты, надо отойти немножко. А то мне сейчас Монососи сделают нафиг. Нафиг мне, можно уже ПТ-шку не обузить. Ух ты! Пусть подготовлено будет. И стоит. Ой-ой-ой. Вот дает. И стоит, не хочет идти. А я не хочу ульт просто так сливать. Потому что это кайф. С ульта бахнуть. Монососи. Ой, жесть. Я не знаю, это, конечно, развлечение для антимага тотальное. Реально. Отсосаман. Нормально сказанул. Сосаман. Так, можно Тараску сделать, в принципе. Я уже готов к выходу на Тараску. Чем ниже скорость атаки, тем лучше. Потому что у меня дэмэджа очень много. Когда я сосу ману, очень много дэмэджа получается. С физикой где-то 140 урон сейчас плюсом. 140. Надо вардики, да. Вардики ребята поставили. Скупим, скорее всего, ривер просто. Можно сделать молнию сейчас. Молнию быстро бьешь, быстро сосешь, но тем не менее, мне нужны хп, чтобы я нагло ходил, нагло байтил и потом как бахнул. Мне это нравится. Такой кайф. Нерубчик Монососович. Смотри, 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 ману сосет. Не только сосет ману, еще и убивает. Вот дает. Вот дает, а. Так, гоу. Инвокер, го-го-го. Го, соса.
Оп, хорош, стоим. Сосад, сосад. 200 маны там, прикинь, 0 маны. Оп-оп-оп-оп, где ты там? Сюда, блин, канулся? Эй, вон он. Жесть. Ой. Чисто фул хп. Это овныч какой-то. Фул хп остается чисто. Можно было вообще, кстати, октарин сделать, чтобы быстрее кдэшилось. А чё нет? Октарин на антимаге. Мне не нравится, что камера не видит мою голову. Так надо. А то вот так вот как-то... На видосике, да? Не то. Давайте сделаем октарин. Октарин. В таком билде можно октарин делать под команду, чтобы ультовать быстрее, чаще. Осуждаю. Осуждаю. Пойдем, Монососи. Ух ты, смотри. Как там 700 маны? Я дальше не пойду. Хотя... ЦМ-ка. Дай, не достаю, прикинь. Давай вот этого поможи. Сделаем. Дядь, я помогу чуть-чуть. 100 маны там. Этого тут иллюзия грызет. Ну, инвокера, кстати, и под колодцем можно было бы убить. Хорошо, поделили. Бро, живешь, нет? Ладно. О! Ну ладно, давай его задушим. Хорошо. Ух ты! Команда фидеров, блин! Я так хочу ультануть четенько! Чтобы прям на вставочку. Трипл килл неинтересно. Сейчас, прикиньте, с Октарином буду так быстро блинковаться. Так часто блинковаться. КД будет ульты где-то примерно 55. Хорошо. Он там сделал эту линку, прикинь. Линку сделал. Башер надо будет. Сейчас вместо АВГ башер будем делать надо. КП у меня хватает. Магнус молодец, там линку поднял. Башер апнутый. Не буду сейчас Октарином кидаться в него. Эх, не забрал. Рак. Сколько там? 300 маны? Ух ты, блин. Ух ты, блин. Дай вот это солью, да? Давай душанем. Вот этого чувака. Ух ты. Ладно, ультанем просто. Так, сделаем. Не дает. Я так хочу ультануть, но чтобы прям вот четенько. По кайфам. Погнали сюда, я вот это задушу курочку. У меня блин кдэшится вообще быстро. Там в миду что происходит? С руки задушим мы. Линку дал. Ну гениально, молодец. Башер нужен. Я задушу все равно. Сколько тут бегать надо? Ой-ой-ой, жесть. Сейчас башер сделаем. Молодец, наш Алинку туда дал. Додумался. Додумался. Так, ну нужен башер.
Пашер нужен. О, хорошо. Блин, дасты есть, бро? Даст, есть же дасты. Бро, дасты же и были. Куру слили, но это не моя. Хорошо. Дасты. Не спи, пожалуйста, бро. Смотри, мы их зажали прям. Наяриваем. 500 маны. Да блин, не успевай камеру вертеть. Ну, хорош. Это будет проказ, да? Дасты. Котла потеряли. Ба, хорошо. А, и Леона потеряли. Ой-ой-ой, ну сейчас тут всех потеряем, кстати. Гетбэкаем, дядь. ББ. Надо уже пушить, они уже начинают отпор давать. Я просто могу потом с Октарином ничего не сделать. Поэтому надо немножко сейчас подфармить. Очень сильно наглеем. Побежали. Так, давайте Башер сейчас. Башер надо апнуть, ребят. 2000 маны у меня. Жестко. Ульт кдешится, конечно, быстро. Надо ломать их по чуть. Фанимся с мононососом, конечно, люто. Но надо бы и... конечно же, подзакончить будет эту игру. Нам проиграть ее в любом случае нельзя. Они одеваются по чуть. И оденутся. Это ж 85-я. Это не 83-я, где можно вот так овнить и выигрывать. На 85-й, как правило, вот такой фан может привести к лузу. Потому что тут очень жесткая камбэк-система. Очень жесткая камбэк-система. Помогу, дядь. Ух ты, Магнус пришел. Поехали кататься, дядь. Оп. Леона похоронили. Во-во-во, начинает камбэчить. Хорош. Не укатился, дядь. А вот этого. Мононососе. Хорош. Есть. Да ты шо, дядь? У меня МХ есть тут. МХ поставили, пацаны. Мононососе. Так, у меня уже Абиссал есть. Хорошо. Погнали. Мидеф, ну и Рошана можно. Это у меня уже Абиссал имеется. Быстренько. И молнию апнем. С такими артефактами должны выигрывать уже. Ребятам Аегу отдадим. Хорошо. Ребятам Аегу отдадим. Жесть, у нас запакованные на самом деле чуваки. Запакованные. Да че ты меня лупишь-то? Я тебе что сделал? Хорошо, Абиссал имеется. Вот логаним бы. Тут уберите. Ну, у нас молния остается апнутая, да? Молния апнутая. На топе дефну. Я жесть как быстро по карте передвигаюсь с Октарином. Очень быстро. Так, у меня 1920 хп. Сколько я себе зарегеню с молнией? Интересно. На дефах. Вокера форсим. Можно вокера. Ребята там понасобирали еще форстаф и двигают его постоянно. Инвока. Урумагас, давайте вот сюда. Можно было молнию. Оп, линку сбили.
10 секунд КД, чуть подождем. Я не хочу стоять в раптуре, мне вообще фидить нельзя. Что могут законтрить. Гонис! Там узко. Опа, мононосы там пошли. Леон, куда пошел же есть? А ну стой. Как мононосы мы им сделали. Байбэк. Тут уже и удобнее драться будет. Далеко не надо, не надо. С Акторином жесть, как все кдшится быстро. Низ спокойно ломаем. Ладно, вот так сделаем. Хорошо. Жестко. Ой-ой-ой. Блин, у меня все так быстро кдшится. Такой кайф с Акторином плеить. Молния есть? Еще и молнию туда же. Кто там? Котл там балуется с Аегисом. Давайте поможем Котлу. Поможем Котлу не умереть. Так, нарубчик потеряли. Что-то какой-то рассинхрон у нас пошел. Каждый где хочет, там и дерется. Где хочет, там и дерется. Кооперация у нас на троечку. Мононососе. Надо кого-то одного бы зафокусить, да, по мононососу. Но уже лейт-гейм. 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 Хорошо. Магнус, конечно, Криса еще там. Этого. Куда ты его подтолкнул? Меня под колодец потащит. О, молния работает. Ладно. Хорошо, вот так сделаем. К ребятам идем. О, Леон у ГГ. Нет, Леончик, Леончик. Форсует зачем-то его еще. Ты, ну тут вывалится он, по идее, да? Ля. Какая душнилова. Здорово. Хорошо. Магнус Байбек, да ты что? Жесть. Ладно. Ну, это жестко. Такой спейс антимагу прям. Это, конечно. Очень жестко. Мононососе. Даже мана не кончается, ничего не надо делать. Просто не паритесь. Гэйща. Хорошо. Блин, но это на самом деле, ребята, попробуйте с друзьями эту комбинацию. Когда маны нет у оппонентов, это вообще изи. Начало вообще легкое было, максимально легчайшее. Жесть. Это очень жестко. Просто прыгаешь и начинаешь society делать. Давайте тэшку заберем. Пойдем шард сделать. Пойдем шард сделать надо. Мононососи! Мононососи, уйдите, пишет. Ой-ой-ой, жесть. Гоу. Высосим любого. Там Юла уже. Опа, пошло. Ух ты, Криса. Высосим любого. А, пошел. Смотрите, мононососи работают. У него нету маны уже. У пацана. Нету, просто нету маны. Они не могут драться. Мы даже не деремся сейчас, у них нету маны уже. Просто драка еще не началась, у них нету. Не дадим рампагу. Да, я знаю, что вы руинеры. О, РП дает. Нифига себе, брат. Мононососи, пошли. Го, мононососи ему. Ух ты, блин.
Так хочется сделать нормальные мононососи, но не удается. Ух ты! Нет! Нет! Я еще живой, я розовый, теплый. Жесть. Чуть не откинулся. Блин, ну на самом деле... Видео реализовано на 3 из 5. Можно было намного прикольнее сделать все, конечно же, там прям реально издеваться над оппонентами. Но, тем не менее, люто-люто получилось на антимаге по фану. Именно потому, что нет там маны особо у пацанов. Вот прыгаешь, просто ультуешь. Вот в начале, прям в середине игры было прям жестко. Это очень жестко видно. Очень жестко. Вон, маны нету у пацана. Я просто прыгаю. Прыгаю и КД имею. Просто имеется калдаун. Жесть. Этот там с БСом веселится. Дядь, да я... О, маны нету, да? Давай поиздеваемся немножко. Бегает просто. Ничего сделать не может. Просто ничего. Иллюзии душат. Ой, жесть. Ну, развлечение удалось, можно так сказать. Надеюсь, вы кайфанули с этой игры, ребят. В целом, вот такой видосик простенький. Ничего в нем супер естественного, неестественного не было. Простенький видосик получился у нас. Максимально простенький. Инвокер на последнем издыхании дефать. И ГГ. Простенький видосик, ребятки. Надеюсь, этот видос вам понравится. Просто так сыграли, намонососили. Оппоненты были шокированы. Просто шокированы. И тем не менее, на этом все, друзья. Пожмите лайк, просто прожмите лайк. Напишите комментарий, как вам эта катка. Если хотите еще какое-то видео, обязательно пишите. Мы сделаем. Ну и на этом все, друзья. С вами был Ксназ. И до скорого. Мононососей.